Более 20 миллионов рублей из бюджетов Мирного и компании «Алроса». Этих денег хватило на замену 8 лифтов в многоэтажных домах города. И еще на 11 начать проектные работы. Программа пролонгируется и на следующий год. Тему продолжит Августа Степанова. Жителям этой многоэтажки нередко приходилось подниматься по лестнице. Лифт у них ломается часто. И неудивительно, верой и правдой подъемник служит уже 25 лет. Иной раз не работает. Один день работает, 2-3 часа стоит. Лифт свою отработал и ждет замены. Новый появится в декабре, обещают в управляющей компании. Установка оборудования займет примерно месяц, но жильцы готовы потерпеть. Комфорт и безопасность того стоят. Можно потерпеть, да. Зато новый будет лифт. Заменой лифтов в Мирном начали заниматься несколько лет назад. В прошлом году привели в порядок 14 электроподъемников. В этом 8. Среди счастливчиков – жители дома на Солдатова 2. Очень довольны. Все жильцы прямо счастливы. Честно. Чистые, светлые. Ну, по-современному. На установку новых подъемников из городского бюджета только в этом году потратили почти 8 миллионов рублей. В программу по замене лифтов включилась и «Алроса», выделила 13 миллионов. Новые лифты оборудованы по последнему слову техники. Голосовое оповещение, зеркала, мониторы, где указано направление движения, кнопки с подсветкой и чуть шире на входе для удобства мам с колясками. При бережном отношении они прослужат не менее 25 лет. Программу по замене лифтов в 2017 году продолжит фонд капитального ремонта. Улица Тихонова, Советская, 50 лет Октября и Аюнского. Жители 11 многоэтажек в следующем году будут пользоваться новыми лифтами. Августа Степанова, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».